Сезон благоустройства в Серпухове в самом разгаре. Активно приводят в порядок общественные территории. Только в этом году на обустройство парков и скверов по программе «Комфортная городская среда» из областного бюджета выделили порядка 200 миллионов рублей. Уличное освещение, асфальтирование дорог, детские площадки и новые парковочные места. Какие еще изменения ждут муниципалитет? Смотрите в нашем сюжете. Серпухов, улица Центральная, двор домов номер 156-158. Здесь появился детский игровой городок, спортплощадка, уличные тренажеры, зона отдыха, мусорные контейнеры, парковочные места. Кроме того, установили новые информационные стенды и засеяли территорию газоном. Все соседи теперь рады. Нам сделали две автостоянки, вот так вот, плюс еще дополнительные. Мне очень интересно, как они вот именно тщательно все делают, все... По-нормальному, все по-человечески, все. Значит, как они нравятся сейчас? Есть детям где посидеть, поиграть. Мне нравятся тут горки, где можно побегать, попрыгать, попрятаться, поиграть. Мне нравятся тренажеры. На них нужно позаниматься. Спасибо за новую детскую площадку. В этом году комплексное благоустройство по программе губернатора Московской области ждет 23 двора Серпухова. Только на их асфальтирование из бюджета различного уровня выделено порядка 70 миллионов рублей. Сейчас работы ведутся по 5 адресам. На Советской 89, Захаркина 5-5А, Чернышевского 42-44, Войкова 34-34А и Крупской 4-4А. На этих дворовых территориях работают 5 бригад. В общем-то, работают активно без выходных. Целый день работы. Сейчас завершается подготовка детских площадок, тротуаров и парковок под асфальтирование. То есть щепки произвели. И со следующей недели планируется вывести 10 бригад. Благоустройство дворов и скверов, ремонт дорог в Серпухове проходят при поддержке губернатора Андрея Воробьева. По программе «Городская комфортная среда» в этом году обустроят 14 скверов и пешеходную зону. На их благоустройство из областного бюджета было выделено почти 200 миллионов рублей. На улице Володарского, Северном шоссе, около заводов «Металлист» и «Ротеп» работы в стадии завершения. В ближайшие дни там появятся лавочки, установят урны, торшеры, уличные фонари. В настоящее время у нас ведется работа по улице Новой около фонтана. Главой принято решение установки там нового фонтана. Продолжаются работы на улицах Захаркина, Химиков, Пушкина. На Ворошилова укладывают тротуарную плитку. Появился также тротуар от Принарского парка до Высоцкого монастыря. Параллельно ведется ремонт автомобильных дорог. Почти 20 из них уже заасфальтированы. На данный момент на улицах Войковой и Осенней фрезеруют дорожное полотно. На Калужской покрытие готовят к асфальтировке. До 31 августа работы должны закончить на 39 улицах. Еще 56 дорог ждет капитальный ремонт. У нас сейчас проводятся торги по капитальному ремонту. 1 числа у нас заканчивается подача заявок на капитальный ремонт автомобильных дорог. До 1 октября планируем все работы завершить. В Серпухове активно реализуется и губернаторская программа «Светлый город». Из бюджета Московской области на реконструкцию системы уличного освещения выделено 145 миллионов рублей. Только с начала года на улицах города появилось более 500 новых опор освещения. Всего в этом году запланировано установить почти 1250. Кроме того, архитектурная подсветка появится на 6 храмах города.